І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за парєбрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. Нуль секунд, коли у росіян не бомбило від того, що коїться в іншій державі, а точніше у нас з вами в Україні. Послухайте, як підгорає ось у цього Олександра Дудчака від того, що українці позбавляються символів диктаторського режиму Радянського Союзу. Ну, ви говорите про серйозне государство, которое действительно не може такого дозволити. В даному випадку ми говоримо о тому режимі, який зараз встановлений на Україні. Государством даже назвать это невозможно, это просто какой-то кукольный театр, это ширма, которая прикрывается для ведения войны против России. То, что они творят, ну, знаете, просто, ну, было бы смешно, но это страшно, и каждый раз эту какую-то очередную выходку наблюдаешь, думаешь, боже мой, ну нет предела деградации, нет предела человеческой глупости, и в данном случае это подтверждается в очередной, там уже тысячный, миллионный раз на Украине. То, что они издеваются над постаментом Родины-Мать, ну, это полностью в русле их деятельности. С 2014 года после госпереворота они ничего не создали своими руками. У них, наверное, не руки, у них лапки. Это ж у бандеролога, у них же нет рук. Это ж как бы... Они ничего не способны. Киплинг все писал полностью. Это известный текст, описывающий суть бандеролога. Поразительно. Как он знал, что произойдет на Украине спустя столько лет? Вот это и происходит. Но настолько издеваться способностей, ума, не знаю, таланта, желания создать нет у людей. Ну, они воруют историю, они разрушают памятники. Ну, вот это инородное тело, которым вот этой власти все чужое, все. Язык, вера, название, символы, все, история. Инопланетяне какие-то. Но то, что они сейчас творят с родиной матерью, это просто зашкаливает. Я что-то раньше писал, кроме символа, это герба, есть еще же и звезда на мече. Как они будут с этим управляться? Бог его знает, будет ли там, нет, на это денег уже не хватит. И ночью, чтобы я не знаю, чего не ночью, наверное, как-то на каком-то уровне там, подсознания у них остается страх чего-то, что вот, ну, они понимают где-то в глубине души, что они совершают преступление, лучше это делать ночью. Ну, наступит день, станет там солнышко ясное, и символ увидит за десятки километров. Это засияет во всей красе, да? Да, сюда ехать опасно, здесь власть захватит. Это вот видно с левого берега, ну, правда, кому они это показывают? Они могут себе это показать. И если я просто, знаете, ну, вот что ни возьми, эталон безумия. Они видео сопроводили музыкой. Я поставил друзьям, родственникам, смотрите, говорю, музыка, правда, классная музыка? Да, да, хорошая музыка. Такое впечатление, что в космос орбитальную станцию запускают или новый атомный ледоход сплавляют. А, да, посмотрите. Это привезли этот резук металлический, и у них события как будто вселенского масштаба. Свой позор они решили в подвиг определить. Бачите, як чорти біснуються від вигляду нашого тризуба? О, навіть анімаційні ролики ті вирішили зняти. Не пошкодували своїх дерев'яних та замовили, мабуть, на їх думку, просто щось шедевральне. А ще на Росії почали активно просувати тезу, що зернова угода дуже потрібна. І так буває у житті, що твій ворог, а далі мова про Україну, може бути у деяких справах і твоїм партнером. Але ж, як завжди, бідні, нещасні росіяни. Їх завжди кидають, підставляють, не виконують вимоги. Зернова сделка, к сожалению, действительно была нужна, да и нужна в настоящее время, нечто подобное как механизм, с учетом того, что обломились наши традиционные возможности экспортировать имеющиеся у нас продовольственные товары, прежде всего зерно. В каком плане? В плане недостатка ровного недостатка кораблей, которых это надо передвигать, и недостатка финансового обеспечения, включая решение вопросов страховки, без которых вот это все не бывает. Поэтому сделка – это был логичный механизм, прописанный, хорошоумный, вот реализации наших интересов в увязке с интересами нашего противника Украины. Ну, так бывает. В жизни иногда вот параллельно что-то можно решить. Сама по себе сделка прописана была неплохо. Те, кто готовили, они хорошо это сделали. Беда заключалась в другом. Что вот если разделить на две половины, мы же партнеры, да, вроде как. Uh-huh. Ну, в кавычках можно писать. Вот. Что касалось Украины, 23 миллиона общих поставок, это все было осуществлено. Что касается
наших поставок примерно в таком же количестве. Все, что касалось вот предоставления нам возможности по вывозу зерна, по обеспечению транспорта по потребителям наших других сопутствующих товаров, включая вот, удобрения, все это было на нуле, ничего не сделали. Я, конечно, честно говоря, не могу с восхищением охарактеризовать то, как вели переговоры наши переговорщики, в том числе мои коллеги. Мне очень странно, что целый год, когда начинается... Первые данные были, что не выполняются деньги, не выполняется сделка. Это было через 2-3 недели после начала. Потом 2-3 месяца прошло, нужно было ее, так сказать, уже официально как-то переутверждать. Ну, если она не шла, ну, почему тогда эти все аргументы не высказали и так далее? Довольно это как-то выглядит убого, вот этот наш подход, и он, конечно, воодушевляет тех, кто говорит, что вообще на русских, если как следует поддавить, то все, что угодно, можно обеспечить. Ну, получается, что так. Поддави, и все будет обеспечено. Поэтому мы спустя год спохватились, что ничего не реализуется, и дальше в последнее время принимаем правильное решение. Но параллельно идет два процесса. Мы в быстром темпе, насколько это возможно, отлаживаем двусторонние связи, в частности, с африканскими странами, но возможности здесь очень ограничены. И второе, мы, значит, заявили о том, что с учетом того, что интерес у Украины-то и у Запада тоже есть, да, что мы готовы вернуться в эту сделку, если выполнить то, что не было выполнено в течение года. То есть все, что касается свободного пропуска, допуска наших продовольственных товаров. Ну, все для красного словца вспоминают, конечно, несчастные народы Африки и другие, которые недополучают вот эти вот требуемые товары. Но это формально главный повод, а неформально просто сопутствующий. Потому что, конечно, в основе лежит интерес України і западних стран. І той факт, що на Путіна неможливо подати заяву до суду, а вагнерівці звільняються від покарання після участі у війні, безумовно говорить про рівність громадян перед законом. А мільйонні зарплати путінських дружків, звісно, про їхню нелегку працю. Так каже ось цей персонаж у студії пропагандиста Соловйова. Хочу в завершенні просто обратить внимание на один опрос ЦИОМа, который меня очень порадовал. Граждане нашей страны справедливость воспринимают настолько правильным образом. Я вот смотрел, больше 50% населения страны считают, что справедливость должна выражаться в равенстве перед законом и в том, что благосостояние людей является результатом их труда. То есть то, что человек, это не то, что надо у всех отобрать, поделить. Богатых быть не должно, все должны вместе там страдать. Нет, очень здоровое общество, которое говорит, если ты заработал, пожалуйста, нужно его в этом поддерживать, мне кажется. Ну, як то кажуть, хто на що заробив, і саме це путінський електорат схвалює. І ось той самий путінський електорат, який проживає в аварійному будинку в Омську. До речі, який виглядає гірше, ніж сарай для тварин. Розселити цей будинок обіцяли ще у 2017 році, але люди досі продовжують жити там із дітьми. А все тому, що тепер російський уряд має інші пріоритети. Вкачування грошей в окуповані території, на ракети та все те, що вбиває українців. А ви потерпіть, ще й мовчіть, бо гніватись на царя – то собі гірше робити. І взагалі ж все йде за планом. Он на даху житлового будинку в Красногорську будують таємний об'єкт. Мешканці вважають, що там встановлюють ППО. На технічному поверсі ЖК почалося будівництво якогось об'єкта. Мешканців туди не пускають і кажуть, що дах їм не належить. От знову сотрудники поліції йдуть. А ви куди? Здравствуйте. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, ви куди? З якою цілею? Вас хто визвав? Вас вже не необхідність. Що? Служебна необхідність. Какая? К нашому руководству цей вопрос. А ваше руководство тут? Пресс-центр ГУВД Московской области. Там вам ответят на все вопросы. А при чем здесь пресс-центр ГУВД Московской области? Мы выполняем что указания руководства. Кто ваше руководство? Конкретно фамилии, должности. Кто ваше руководство? А вы с какой целью интересуетесь? Да потому что вы пытаетесь войти сейчас в наш дом зачем-то. Ну это не частная собственность. Частная. Весь дом частная собственность. Вы сейчас не знали все законы. Хорошо. Вы себя подставляете. Вы обязаны свое имя назвать и руководство по нашему фирму. Я могу вам показать удостоверение. Вы все-таки работаете в МВД. Я вам покажу удостоверение. Я выполняю
Это частная вот пришел собственность. Еще один это наше помещение. Товарищ. Постоянно повторяйте фразу. Привет, привет. Калашников Сергей Валерьевич. Да. МВД России по Краснодарскому. Вам показать? Да нет, вы, прочитать, я снимать вы... не могу. Нет, да. Вы все прочитали, это достаточно. Вы, пожалуйста, пропустите. А с какой целью? Почему вот у постороннего человека есть ключ от нашего подъезда? Пожалуйста, не препятствуйте. Нет, я вам препятствовать очень... не буду, а я вот сейчас я прошу помощи у сотрудника полиции. Сейчас посторонний человек пытается проникнуть в дом. Разрешите, разрешите пройти, пожалуйста. Ну, зачем? Кто? Проходите. Почему пускаете посторонних людей в дом? Все вопросы к нашему руководству. Да что, на технический этаж заселяются вот эти вот. В адміністрації цього Красногорська відмовилися розкривати, що ж за об'єкт встановлюють на житловому будинку, і посилалися на інтереси країни. Я ж зазначу, що цей Красногорськ всього за 24 кілометри від центру Москви. За вас лайк, з мене наступне відео.